Привет, друзья! Среди наших мастер-классов самые популярные – это фигурки из одного длинного шарика ШДМ. Поэтому сегодня на повестке дня – лебеди. Будем делать лебедя из длинного шарика ШДМ, из одного. Мы покажем два способа изготовления лебедя из длинного шарика. Так что начнем. Как обычно, нам понадобятся шарики, насос для воздушных шаров и перманентные маркеры. Для начала наполним шарик воздухом. Как обычно, растянем его. И хвостик нам необходимо оставить примерно на 6 пальцев. Вот, друзья, наш шарик. Длинный хвостик. Завяжем шарик. Разомнем его. Вот у нас хвостик на 6 пальцев. И приступим к изготовлению лебедя. Способ 1. Скрутим шарик раз. Теперь левой рукой хвостик придерживаем. Вот таким образом придерживаем весь шарик. Этот элемент мы оттягиваем. Вот так пальцами правой руки. И перекручиваем. Хвостик обовьем вокруг. Этот элемент называется пинч-твист. Далее. Примерно сантиметров на 14. Мы даже приготовили линейку, чтобы показать вам. Да, 12-14 сантиметров. Скрутим шарик. И делаем такой же элемент с другой стороны. Для этого скрутим шарик раз. Теперь вот так складываем шарики, оттягиваем и перекручиваем. Далее делаем еще такой же элемент. Скрутим шарик раз и крепим вокруг пинч-твист. То есть обвиваем. Далее вот так третий такой. Вот так, друзья. Вот видите, обвиваем и перекручиваем. Если что-то непонятно, пишите, пожалуйста. Мы всегда ответим. Потому что вы иногда нас ругаете. Так. И еще один такой. Такой бочонок получится. Скрутим шарик раз. Складываем. И вот так крепим за элемент пинч-твист. Как вы поняли, это у нас будут крылья, это у нас будет голова, а это голова и клюв. Теперь заводим длинный шарик вот сюда, да, как лебеди плавают. Сейчас, вот. Он устойчивый получится, друзья. Мы даже развлекались, пускали его в бассейне. Не в бассейне, простите, в фонтане. Так, теперь нам необходимо же клюв изогнуть. Давайте вот так, да, примерно. Теперь левой рукой так захватим. Здесь сделаем такое, как пощипывание. Вот так. И можно чуть-чуть, как будто вы, только аккуратно, друзья. Чтобы шарик не лопнул, то будет обидно, что вы столько крутили-крутили, вот, и он лопнет. Ну, я бы еще вот здесь, вниз так чуть-чуть наклонила голову. Вот так, то есть, так, подкручиваем слегка. И вот здесь можно, да, изгиб сделать. Значит, нам это надо в другую сторону его вывернуть. Чуть-чуть я вот беру, подкручиваю, так. Ставим все на место, и у нас получится красавчик. Так, друзья, как обычно,
можно воспользоваться перманентным маркером и нарисовать ему глаза и клюв, что мы и сделаем. Вот, друзья, фигурка первого лебедя совершенно готова. Можно запускать его плавать. Друзья, для второго лебедя мы взяли белый шарик, вот, но взяли тонкий шарик размером 160. Посмотрим, что получится. Также хвостик у нас примерно на 6 пальцев. Хотим поэкспериментировать. Итак, второй лебедь. Скрутим шарик раз, скрутим шарик два. Здесь можно хвостик, как мы сказали, завязать. То есть мы сделали элемент пинч-твист. На всякий случай завязать, чтобы не развязался, пока мы будем дальше делать. Так, теперь делаем одну петлю. Вот так. Скрутим шарик раз. Теперь эту петлю вот так мы прикладываем и перекручиваем, чтобы закрепить. Вот. Одна петля готова, делаем вторую. Только так надо сориентироваться, чтобы шея же еще осталась, да? Ну, давайте, чуть меньше она должна быть. Вот так. Скрутим шарик. Раз. Складываем. Вот так. То есть мы здесь придержали и перекрутили. И у нас получится такая конструкция. Одна петля большего размера. Давайте я вам скажу точно, сколько сантиметров. Так, друзья, одна петля 16 сантиметров. Вот, 16. А вторая поменьше, наверное, 14. Если ее вот так вот сложить. Даже, ну так, 12,5. Вот. Теперь, друзья, внимание. У нас получилось большее кольцо, меньшее кольцо и шея. Шея, голова и клюв. Итак, мы. Это большее кольцо. Мы меньшую часть вставляем вот так большую. Также пальцами захватываем и подтягиваем. Если я не ошибаюсь, этот вариант лебедя, он более устойчивый. То есть плавает хорошо. Мы пробовали и того, и того. Так, вот видите, этот элемент останется здесь впереди, для того, чтобы регулировать шею. Шею мы подадим чуток назад. Вот. Какая красота будет. Давайте шеей займемся, да? Таким же образом ее изогнем здесь. Только, друзья, обязательно надо сначала изогнуть, а потом украшать, если вы будете расписывать, ну, клюв рисовать, глаза. Вот этот у нас такой будет интересный. Вот. Все необходимо расправить. Чуть-чуть я бы шею длиннее сделала, а клюв короче. Вот так. То есть здесь надо спокойно вот так посидеть, выровнять эту шею, и будет прекрасный лебедь. Вот. Даже голова, видите, как чуть-чуть выделилась, здорово. Вот. Так. Ну что, друзья, таким же образом разрисуем ему
Нарисуем ему клюв, глаза. Вот и все, дорогие друзья, наши красавчики готовы. Даже затрудняемся сказать, какой из них нам нравится больше. Интересно, какой вам больше понравится? Так что на сегодня все. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока!